Крупный пожар произошел сегодня в центре города Люберцы. По сообщениям сотрудников пожарного гарнизона и службы 112, сгорела бесхозная постройка на территории завода имени Ухтомского площадью 300 квадратных метров. Первый звонок на пульт диспетчера поступил около 7:30 утра. Звонили жители близлежащих домов и сотрудники предприятий, находящихся на территории завода. Всего было около 20 вызовов. Пожар не представлял серьезной опасности для люберчан. Сгоревшая трехэтажная постройка без перекрытий была бесхозной и ветхой. В ней находился строительный мусор. 6 единиц техники принимало участие в тушении пожара. 4 человека личного состава. На данный момент только удалось ликвидировать открытое горение. Привлекали мы Москву. 2 дежурных караула приезжало и 4 наших. В пожаре никто не пострадал, однако дым шел на железную дорогу, что могло вызвать препятствие движению электропоездов. На полное устранение возгорания у пожарных ушло несколько часов. По предварительной версии, виной случившемуся был поджог, однако точные причины установит экспертиза. Наталья Григорьева, Дмитрий Родзянко, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.